Всем здравствуйте, с вами незабываемый Android и Androidыч. Сегодня хотел рассказать об аркадном раннере, который называется Space Bird. Нам показывают этого мужика с бородой. Мы можем использовать в самой игре различные виды оружия, которые сможем покупать за игровые деньги, которые мы сможем с вами накапливать. Давайте теперь перейдем непосредственно к самой игре. Нажимаем на play. Вот и само управление. Вот у нас мужик. Мы можем с вами прыгать, и также мы можем стрелять из различного вида оружия. У нас имеется определенное качество жизни, 3 жизни, которые, как только мы их потратим, мы умираем, и нам придется начинать с самого начала. И в этом смысл данной игры – выжить, набрать как можно количество монет, умереть, и так вот до бесконечности. Мне игра чем приглянулась, почему я делал на нее обзор, потому что сам график. Как вы видите, реально мужик бежит, и как будто какой-то мультик, да? Как будто очень красиво, как будто реально попали в какой-то мультик. Короче, нарисовано обалденно. Только ради этого я советую данную игру сыграть, потому что она того стоит. Редко такие красивые графические игры выходят. Видите, никак не получается у меня далеко пройти. Ну, вы напишите в комментариях, насколько вы смогли далеко пройти. Я что-то вот никак не могу пройти далеко, что-то постоянно меня мочит. Игра прикольная, интересная. Вот, по поводу плюсов. Графический стиль. Вот это огромный плюс. Ну, минус то, что это раннер, а раннер он очень часто надоедает. Не забываем поставить комментарий и оставить лайк под данным видео. С вами был Android Androidыч. Всем пока. Рекорд ставлю. До скорых. Давайте попробую пройти. А вы попробуйте побить мой рекорд. Так, давайте. Специально для моего канала. А мы, кстати, можем также нажимать двойной прыжок. Короче, всем пока. До скорых встреч.